Концерт на свежем воздухе, чтобы даже в сложной эпидемиологической ситуации не оставить без внимания героев нашего времени. Медиков КГБ номер 2 в связи с профессиональным праздником чествовали прямо у стен поликлиники в Павшинской пойме. Спасибо вам, вашему коллективу, в котором трудится почти 1100 человек во всех подразделениях второй городской нашей больницы Красногорской. Мы знаем, сколько вами сделано много добрых и хороших дел. Мы знаем, с каким уважением к вам относится население. Мы знаем, что все вы заслуживаете в этот день хороших, добрых, чутких слов. Слов благодарности сегодня не жалеют. Официальные письма и грамоты вручаются всем, кто, рискуя здоровьем, оказывал и продолжает оказывать профессиональную помощь и не ушел с поста, испугавшись новой болезни. Среди награжденных старшая медсестра второй больницы с почти полувековым стажем Татьяна Опенкова. Другой уже профессии не мыслю и не знаю, как по-другому можно. Да, работы прибавилось. У нас сейчас приходится очень много работать и сложно, потому что многие сотрудники в карантине, на больничном листе. Так что работаем, стараемся справляться. Медики из Опалиховской поликлиники тоже не остались без внимания. Для них концерт во дворе устроили артисты МАУК в парке Красногорска. Буквально на пару песен 7 медсестер и 5 врачей отвлеклись от работы. Сейчас, да, немножко чувствуем облегчение, потому что спадает заболеваемость. Но пока еще расслабляться не стоит, потому что встречаются и заболевания, связанные с ковидом, и с пневмониями. Поэтому призываю всех соблюдать вот эти меры предосторожности и хранить себя, чтобы все-таки не заболеть, и семьи, чтобы были здоровы. Ну и, соответственно, у нас будет меньше работы, если будет меньше больных. Под открытым небом пели участники вокально-инструментальной студии «Родная песня», а также Сергей Боровский. Под знакомые мелодии «Летний дождь» нашлись желающие станцевать. В 2020 году, кажется, везде этот профессиональный праздник отмечают иначе, по-особому.